Electronic Sports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, StarCraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему друг Каспер, и мы по-прежнему смотрим Na'Vi против Team Spirit. Да, это верхняя сетка, это борьба за право выйти в гранд-финал и, в принципе, побороться за слот на StarLadder I-League Invitational. Первый Все минор верно. В истории человечества. Постоянно это говорю, человечество, не просто ну, там... Ну, человечество было не так много дот, значит, и, следовательно... Да и человечество там... Сколько его там было? Ну, да, там пару десятков. Плюс-минус, да, да, действительно. Да, да. Но в любом случае, да, это первый турнир крупный, поэтому все коллективы свежие, заряжены на борьбу. Тем более коллективы, которые здесь представлены, кроме Империи, пропускали International главнейшие события. Они хотят играть, они хотят доказывать, и у них все для этого есть. Все верно. Переходим, собственно, к драфтам. У нас появляется Nature's Prophet и Skyros Mage от Natus Vincer, ремастер Leech от Team Spirit. Да, брали они Skyros Mage и, по-моему, выиграли. По-моему, Na'Vi с ним выиграли. Я не буду загадывать. Просто видел я, и мне кажется, что именно в исполнении данного коллектива видели мы Skyros Mage. Он заходил в целом в данном регионе СНГ раза 2-3. За квалификацию точно его показывали. Брюмастера не стесняется Spirit брать. На первой карте он не очень удачно зашел. Но там были на то причины. На самом деле сильное доминирование было вот Natus Vincer. Ну и Leech, герой, который очень популярен был на International. Герой, который после этого никуда не выпал из меты. Которого стараются забирать, раз такая возможность дается. Да, я просто сейчас в продолжение мысли о Skyros Mage хочу подтвердить все конкретными статистическими, значит, данными. Я не ошибся, люблю делать. Был он у Na'Vi? Да, во-первых, он был у Na'Vi, он был в матче против Team Empire, где они потерпели поражение. Но там, как мне кажется, у Империи не было четких героев, против которых SkyMag, ну, прям очень хорош, и они прям против него ничего никогда не покупают. Там был Некро, который может через там Guardian Griffs, например, отыграть, и остальные коры, которым этот SkyMag просто до лампочки. А здесь же есть, например, Brewmaster. И вот Brewmaster зачастую не имеет способа избавляться от печати Skyros Mage. Ну, там может он, конечно, как-то изощриться приобрести себе Yule, что мы, может быть, и увидим, но это будет очень странно. Это очень-очень большая редкость. Но все же, печать затыкает Брюмастера на очень долгий срок. И, следовательно, убить его очень-очень просто становится. Плюс сам SkyMag фактически с этим и справляется. У него много магии, магией ты не промахиваешься, и все, Брюмастер падает. Клокверк. Вот Клокверк мне здесь нравится очень-очень сильно, потому что он и против Сент-Кинга может быть неплох, и Skyros Mage его очень сильно не любит. Да, бывают ситуации, когда Клок зажат в своих когах и получает от ульты SkyMag'а. Но... Пока Блейдмейл не соберет. Да, пока Блейдмейл не соберет. Skyros Mage немножко раньше умрет в таком случае. Вот именно. А до этого момента просто Клокверк включает коги и бегает за этой птичкой, и крылышки ей потихонечку общипывает. Да, тут, в принципе, форстафами надо будет Na'Vi обзавестись против Клокверка, потому что много-много целей, которые вроде бы должны поодаль стоять, кастовать и должны где-то там в безопасности быть, врываться в драку незамеченными. А Клокверк, он для этого и создан. Герой, который всегда дает ракетку, находит, где же там стоит какая-нибудь отбившаяся единица от стада и врывается на нее. Ну, в частности, ты правильно заметил, тут Nature's Prophet и Skyros Mage цели номер один, которые можно будет выключать. Улететь Nature's Prophet не может, Skyros Mage просто не успеет улететь. Угу. И последние пики второй фазы остаются. Уже тройки, четверки, пятерки фактически определены. Spirit решили сыграть, судя по всему, по схеме из первой карты, где у них немного не пошло тогда. Ликхан забанен под эту схему. Да, Na'Vi решили третью карту все-таки его убрать. Если ты помнишь, Brewmaster, нашумевший, очень сильно бьет вышки. И под тролля можно бить. На самом деле пуш уже неплохой у Spirit, если драку выиграют. Мы просто не видели, как Brewmaster бьет вышки в первой карте, потому что до вышек практически Spirit не добрались. Да, да.
Поэтому, да, не будем забывать, что этого персонажа, после того, как он использует Primal Split, есть еще и неплохая опция ломать строение, помимо драки, помимо там просто выключения несколько целей из файта. Либо же одну, но очень долго. Нет, сейчас, да, потенциал к сносу башен хорош, так же, как был на первой карте с Ликантропом. И все верно, мы уже сказали, что просто не дошли до них. Правда, сейчас мне просто нравится Клокверк даже больше, в том плане, что это не котел какой-то пассивный, если мы говорим про Клокверка четверку. Это конкретный герой, который конкретно дерется с Сандкингами, Скаймагами и прочими-прочими, всеми, кто придет обижать его друзей. А Нави по старой схеме действуют, опять же, повторяют первую карту, видят Брюмастера, забирают Пака. И ряд моментов был, где не успевал Брюмастер, особенно последний, кстати, решающий, после того, которого ГГ было написано. И Сайленс и Брюмастер вроде бы выходят, вроде Primal Split, на тебе Дримкойл сверху, и последний ХП тает на глазах. Забирай, уходит в бан Снайпер со стороны Натус Винсер, и Войда банит Team Spirit. Да. Мне также импонирует задумка Нави. Сейчас должны были зафиксировать хорошим физушником. Так и сделали это Свен. Ровно так же, как это было и ранее. И чем мне нравится подобный микс? Потому что Лич на первых порах очень сильно мешает своим айс-армором убивать людей. Такой неплохой защитник получается. Пассивный, но все же защитник. А Нави на первых уровнях, там на первых 10 уровнях, они не бьют руками. У них исключительно магия. А, естественно, Лич против этого не помогает нисколечки. И герой сам по себе тонкий. Остальные, конечно, не такие тонкие. Поэтому и нужен был физушник для того, чтобы добивать таких пацанов, как тролль и там тоже Бремастер. Но в целом сверху драфт достаточно сбалансирован в плане контроля, урона и там сплитпуш даже имеется. У Team Spirit появляется Templar Assassin, который мы очень просили на первой карте. Да, против Пака. Действительно грозно смотрится и... Ну, не знаю. Не будет айсберг на тролле играть во второй раз. Пику Спирит достаточно такой несложный, я бы так сказал. И персонажи, которые просто идут и бьют вам лицо. И попробуй только спасись от этих героев. Только БКБхи им необходимы, кровь из носу. Без БКБх это мясо, пушечное мясо. Да, это факт. Это действительно факт. Ну да, и контроля у Нави снова предостаточно. По драке Ultimate Dendy, Ultimate Roger, это уже очень грозно смотрится. Генерал, который сплитпушить будет. Спирит сразу же забанили Бэтрайдера, потому что коры фактически из первой карты у Нави повторяются, за исключением Бэтрайдера, который, собственно, я считаю, выиграл early game и выиграл, в принципе, игру Нави на первой карте. Да, сейчас будет не такой активный оффлейнер в плане именно лейнинга. Но мы же знаем, что это генерал, он очень активен в принципе по игре. И если вдруг где-то будет необходима его помощь, он, естественно, не побрезгует прилететь и помочь своим товарищам. Сразу же телепорты идут стандартные от одной и другой команды. Встречаются Санейка с ФНГ. Не знаю, догадываются ли в принципе те или иные ребята о положении вардов. Это очень сложно определить сейчас. Поэтому, да, поэтому просто поразменивались по здоровью и на этом разошлись. Половину ХП потерял ФНГ, половину Санейка. А нижнюю часть карты вообще Спирит не трогали. Вверху решили немножко побезопаснее сыграть. В прошлый раз помнят, что ЛТВ дополнительное золото. Очень любезно Бивер поступает. Ой, близко, как же был генерал. Я хотел только сказать, да, что вы можете доиграться в эти любезности. Вы. И тут мимо вас просто шальной тип заходит первым. Генерал определенно шальной тип. Угу. И вроде бы как все эти интриги с рунами заканчиваются. Да, заканчивается тем, что генерал приходит, призывает к себе вторую пачку пней. И они так вот стройным рядом выгоняют тролля, выгоняют его компаньона. И генералу достается в итоге руна богатства. Также достается руна богатства, конечно же, Дэнди. И кристаллайзу. Да, есть небольшой буст за счет убитого варда у тролля. Но, конечно, хотелось бы в своей легкой хотя бы забирать руну. Но не так-то просто. Да, даже не пытались передраться на ранних стадиях игры. Это то, о чем ты говорил. Без блэкинг-баров на ранних стадиях игры эти персонажи очень уязвимы. С появлением способностей, особенно ультимативных, будут страдать Спирит. Но даже базовые способности у Нави гораздо сильнее. Поэтому они урон вносят. А что вносит урон у Спирит, я не вижу. Поэтому сейчас критически важно не отдать слишком много на старте для Пака и для Skyros Mage, там того же Nature's Profit. Приходит, кстати, ФНГ в центр. Сразу же батарея Дэнди.
Батареет не сильно, но этого достаточно, чтобы отзонить Пака. Пак, правда, добил там арбой крипа мага, что очень важно для получения первого опыта. Да, если ты заметил, вторую карту подряд уже с оффлейнером отправляют Роджера. Он не в центре помогает Дэнди. Дэнди достаточно такой более-менее независимый персонаж для него. А Роджер стоит вверху. Это была победная карта для Нави, когда Роджер на клокерке помогал Бэтрайдеру. Слушай, а Роджер изучил пассивную способность свою, и это немножко... Эффект тапочки. Эффект тапочки, да. И у него есть, причем, тапочки, и у клокерка есть. То есть он тоже в курсе этого, действия этого эффекта. Вообще, Роджеру бы не помешало крипов сейчас всех погрызть вокруг, а вось сейчас как рванет, и все поумирают. Да, он их погрыз, рвануло. Не поумирали, конечно, все, но замедления было достаточно. Да, не будет, я думаю, настолько выигрышная линия, конечно же, как Clockwork Batrider. Там чуть ли не стопроцентная комбинация. Если в коги попадаешь, то прощайся с жизнью. Здесь вряд ли она будет такой. Вероятность, конечно, огромная. Там подкоп, плюс пруты, плюс энтами где-то подблочить можно. Но эта вероятность явно ниже. Генерала поймали и... Роджера, прошу прощения, поймали и забирают. Достаточно быстро, но он... Это пассивка на первом уровне. Да. Это пассивка на первом уровне. Естественно, подставляться нельзя ни в коем случае. Это даже не риск, это сразу самоубийство. Риск — это когда ты с первым подкопом коротким куда-то залез. И потом не докопнул, и такой, ах, надо было получше, что же так? Тут ты не копнуть ничего не можешь. Просто бегаешь как мясо. Айсберг ищет варианты, чтобы Дэнди бить. Вот главная особенность Templar Assassin, что через Psi-Blade Пак получает урон. Роджер сверху пришел подфидить немного. Он использовал подкоп, использовал также все свое здоровье. Слушай, нет, даже не подфидить. Видимо, убивать он собрался. И убивает. Убивает, правда, генерал. Тут есть пенечки, поэтому батарейки могут рассредоточиться. Конечно же, для генерала это очень удобно. Он за собой ведет как раз пачку пеньков. Правда, малость ему не везет в последнее время. Генерал, да, склеился. Да, немножко энты сыграли злую шутку. С одной стороны, Ког разбил энта, с другой стороны, заставил генерала вот, обходить этого энта и врезался в Ког. Поэтому тут немного не доиграл Виктор. Дэнди выгоняет Templar Assassin с центральной линии. Нет, просто отдохнуть идет Templar Assassin, восполнить свои ресурсы. По фарму мы видим, почему Темпларка так хороша против Пака. Пак не может комфортно стоять, давать тычки по крипам, потому что всегда урон с Psi-Blade залетает. И раскастом ты тоже не можешь Templar Assassin бить, она в большинстве случаев просто рефракшеном. Иллюзорий Орб в любом случае выйдется. Да, да. Ты даже если приберег рефракшен вот на злые времена, Паку очень трудно тебя попробивать, потому что ты реагируешь. А, и ты, когда идешь, всегда получаешь урон от Psi-Blade. Это вот так, прям, ну, не знаю, чуть ли не прямая контра Паку, мне кажется. А, только вот смотри, в отличие от первой карты, сейчас неплохой упор был... Так, погоди, там Дэнди в центре. Нет, это была провокация. Да, ловят Айсберга сейчас. Хороший рифт. Но Роджер умрет. И еще один удар из Psi-Blade был по Дэнди. Дэнди блокировали в когах, не помешало это ему выбраться из них, в арбу выпрыгнуть. И все же классный получился момент, да, для Айсберга. Да, своевременно оказались тиммейты рядом. Ну, 3-1 пока спирит ведут по киллам и по... Видим, что и по золоту тоже спирит себя чувствует лучше. Но у них две очень классные позиции. Тролль и Templar Assassin, они лидируют по фарму. Выпал Брюмастер, безусловно, но не сказать, что генерал сильно от него отрывается. Так что хардлейнер и там такой слегка нищий. Просто Фурион намного более легок на подъем. После таких проблем на линии он может уйти в лес спокойно и там добирать свои артефакты. А в случае с Брюмастером мы такого сказать, наверное, не можем. И вот чем мне нравится здесь SkyMag, потому что это такой суппорт исключительно нападательного характера. У него очень круто работает Arcane Bolt, как я уже говорил, против Лича. С его Ice Armor он очень эффективен. И видим то, что Лич, он вроде бы ест крипов, он вроде бы проталкивает линию к себе, но тут и отводы у Санейка в этот раз получаются. И таким образом Брюмастер остается просто без дополнительных денег. У него там 14-1, по сравнению со Свеном 20-5, чуть-чуть меньше, но мы помним, в прошлый раз Брюмастер едва ли не больше крипов добивал, нежели Свен. Да, и Санейка получает опыт благодаря этим отводам. Уже неплохо. Фобос понимает, что просто так не могут крипы с лайна пропадать. И переходит. Немножко совсем добрали. Смотри, Роджер ползет.
ползет. Он, у него этапок и Виндлейс, между прочим, поэтому он очень быстр. С Личом и так разберутся. Поэтому хотелось бы еще забрать Брюмастера за компанию, но нет. Слишком долго убивали первого, поэтому вторым времени заниматься просто не было. Туда, либо вы стопроцентный фраг делаете, потратив ресурсы на Лича, либо вы тратите ресурсы на Брюмастера с вероятностью, что вы его заберете. Герой, mm-hmm. как ни крути, очень много хп имеет на старте. Фобоса не просто пробивать, особенно с Ice Armor. А, как же Дэнди больно. Отличный удар от Айсберга. 26 здоровья всего лишь у Дэндика оставалось. Есть святыня. К этой святыне призвать больше, наверное, некого. Да, прожимает ее в одиночестве Дэндимон. И обнаруживает руну двойного урона снизу. А это, возможно, смерть Айсберга. Потому что там не один. Там Роджер, Санейка. Там все фактически находятся. Хорошее направление выбирает Айсберг. Только тут еще и генерал. Да, и Сентри Вард рядом, поэтому в мелт не спрятаться. Темпор Ассасин. Не знаю, качало, не качало, я не обратил внимания. Вообще не качало, да, поэтому такой опции не было. Думал я, что есть ли просветка, нет ли просветки, но в итоге она и не понадобилась. Кристаллайз решил забрать эти две пачки. Но против двух героев драться трудно. И понимают, что Скайрос Мак ушел, поэтому Кристаллайз в одиночестве. Ну и Фобос начинает наглеть. Абсолютно разумное решение. От него просто нет. Иди ко мне, нет, иди ко мне. Ко мне, нет, ко мне. Агрит на себя крипов. Бедный Савух не знает, куда ему деваться. Да, Бремастер, конечно, тут будет быковать, вот только ты должен быть в курсе. Можно словить молот, и не только молот. Под Вардом пробегает сейчас ФНГ. И под Вардом также пробегал, вернее, под Вардом пробегал Скаймейдж. Да-да-да. Его чуть-чуть заметили, поэтому и отступили. Поняли, что не один Свен там уже есть. Ну да, и ФНГ разбил Вардик еще, который стоял на хайграунде. Угу. Тоже забрал его. Сверху смотри, опять Роджер. Вездесущий Роджер. Всех всегда видит. Опять же, много двигается по карте. И много умирает. В этот раз, да, чуть больше, чем обычно. Две смерти, это, конечно, не слишком в его духе, касательно, если мы сравним с первыми двумя картами. Но все же динамику он создает. Как-то проигнорировал Роджера. На самом деле, если бы знал, что рядом никого нет, да, если бы понимал и контролировал этот момент, то, наверное, Роджера забрал бы моментально. Там седьмого уровня тролль, у которого уже есть ультимейт, есть урон хороший руками, и третьего уровня практически голый Сэнд Кинг. Да, практически голый Сэнд Кинг сейчас получает ключом по спине от ФНГ. И ФНГ от него отстал. Сэнд Кинг... Все-таки с транквил-тапочками чуть-чуть побыстрее будет, наверное. А, у этого товарища тоже есть транквил-тапки. Он просто решил, видимо, не гоняться. Да, и затишье. Решающая третья карта как-никак. Вот если первые две, ты помнишь, в каком русле протекали, что там на 10-й минуте 56 фрагов было примерно, то сейчас все очень-очень надежно выглядит. Только я это говорю, сразу же НАТО свинцеры прожимают смог и выходят в направлении вражеских древних. Отличная ловушка. Да, это был действительно... It's a trap, guys. Ну, продолжать не могут спирит. Просто нечем цеплять. На самом деле, пока у Клокверка ультимейта нет, вообще цель не догоняете. На Дэнди выходит ФНГ. Ну, Дэнди, понятно, улетает. Без шансов для первого. И вот посмотри, как классно работает сейчас Клокверк в такой ситуации. Так, там снизу Брюмастер. Нет, все поубегали. Что случилось, Роман? Они уже второй раз подряд используют это одновременно. Вот это, возможно, какой-то пранк, я не уверен, но ладно. Почему я говорю, что хорошо отработал Клокер? Потому что он в одиночку отзонил троих парней Нави и позволил Айсбергу спокойно в очень такой непринужденной обстановке договориться с этими древними крипчиками. А тут тролль подтянулся, и крипы мешают подойти и ЛТВ, чтобы забрать Кристаллайза, и Дэнди уже перетягивается. И могут на развороте даже забрать Фобоса, скорее всего, отдается Дрим Койл, подтягивается Клокверк, но он вряд ли поможет, еще и крипы блокируют ФНГ, к тому же дает Коги. Забирают в итоге Фобоса, Дэнди уворачивается от топоров и ЛТВ, но Дэнди жив, Дэнди до сих пор жив, уходит из драки в итоге Данил. Да, Роджер, уйдет ли Роджер, уйдет ли он, есть стики, прожимает. Тем не менее, маны по-прежнему недостаточно. Ракета! Уворачивается Роджер! А, и Дэнди тоже не попадает под ракету. Нави на таких маленьких хитпоинтах ушли из этой драки. Прям удивительно все для них сложилось. Обычно употребляем на бодылях. Вот действительно на бодылях убежали. Там по 10, по 20 здоровья. Одна ракета могла вообще оформить просто двушку.
так дуплетом просто бы жахнул Клокверк. Да, это обидно, конечно, когда ты там уворачиваешься от всех топоров, чуть ли не впритык от раскаста, от клэпа уворачиваешься, а потом бежишь, у тебя под базой ракета. Самое ленивое оружие из добивающих. Да. И 4-4, тысяча разницы. Как мы уже не раз говорили, все ровненько. Только лишь одна поправочка. Айсберг, ты погляди на бешеную темпларку. 4700 по сравнению с паком центральным. 1000 разрыва. Слышу, батарируют генерала. Да, фейсбутс есть, барабаны прожал. Ну, пытается уйти, может даже и получится, натыкается, но все, нечем. Шестой уровень есть, маны не хватает. И понимаешь, даже кларетку пьет этот Клокверк, чтобы хоть как-то натикало там до чего-то. Да, хоть что-то бы дать туда, там очень мало здоровья генерала. Мне нравится вот это, вы в танцах. У генерала всегда хорошее настроение на этом герое. Ну а что, есть таунт, смейся. Все очень просто. Да, он, собственно, для этого и сделал. Да, и в данном случае у него провоцировать. Танцуй, как будто тебя никто не видит. Вот он закрыл себя с прутами, потанцевал, улетел. Тролль уже получает свой 10-й с первым талантом. 10 ловкости берет, кстати. Не дополнительная жирность. Что, мне кажется, немного удивительно. Там все-таки прокасты серьезные. А, впрочем, ты берешь БКБ. И эта плотность тебе вообще не нужна. Потому что по тебе урон практически не заходит. Ну да, и Свен только бьет, лучше, видимо, сделал ставку на то, чтобы лучше баш чаще вылетал. Да, да, на большую скорость атаки, конкретно против Свена это реально будет хорошо работать. Темпларка уже почти с дезолем. Вот за 13 минут появится этот дезолятор. И фарм, естественно, ускорится, поэтому я обращаю периодически внимание на лагеря древних, чтобы там постоянно находились стаки. И стаки там действительно есть. Под айсберга создаются все условия. Вот эти ленивые герои, там, клокверки, личи, они там бегают время от времени просто и отводят этих крипцов. Все, есть дезолятор. Клокверки, смотрю, хукшот там промахивается по генералу. Там вышка уже упала и линия под Т2 у спирит. И Роджер решил фармить лес. У него есть шестой уровень, пока эпицентр не качал. Возможно, под даггер будет данная способность. Ну или просто попозже немножко. Ему сейчас действительно надо фармить. Он немного по золоту проседает. Смотри, Фобос сверху выходит на генерала. Не уверен, что один Брюмастер справится, а он и здесь и не один. Вот так, чтобы мою неуверенность как-то исключить. Генерал не уйдет. Роджер, конечно, не должен оставаться, все-таки станет дополнительным кормом для Спирит. Свен в это время приобретает Mask of Madness и начинает более бешено фармить лес. Да, Свен с эхо-саблей, кстати, против Ice Armor достаточно хорошее решение. Вообще Свен с эхо-саблей достаточно такое частое решение, но здесь это еще дополнительный плюс, потому как замедление есть тут Ice Armor. А Свену надо бить руками. Это, да, в принципе, самый важный герой в составе Нави, если кто физический урон вносит. Поэтому он и был необходим, чтобы эти типы урона, они комбинировались хоть как-то. Одной магией не получится пробивать. Конечно, темпларка также хороша против Свена, стоит еще на этом немножечко внимание акцентировать. Благодаря рефракшену колоссальное количество ударов может не нанести вообще никакого урона. А Свен не хотел бы этого, ой бы как не хотел. Поэтому придется Скаймагу как-то с этим рефракшеном работать. В теории он может подобные вещи делать. Templar Assassin продолжает отрыв. Еще две пачки Энчентов забирает Айсберг. Ну, опять ФНГ плюс Айсберг. Стак на стаке, стаком погоняет для Templar Assassin. Это очень удобно. Это даже, наверное, удобнее, чем для Тини. Вообще ничем не рискует Айсберг всегда. Полный здоровья. А в это время драка. ФНГ вместе с Кристаллайзом дерутся в когах. Ну и неужели в соло сможет забрать ФНГ? Кристаллайза подтягивается Роджер. Закончились уже батарейки и добивают ФНГ. Да, Роджер тоже закончился. Фурион даже с нижней линии ушел, несмотря на то, что он практически сломал тир-1 вышку. Настолько сильно хотелось помешать забрать своего керри, естественно. Это вполне понятное желание. И вылазка от Нави во вражеский лес. Без вардов практически они это делают. У них один чуть левее там находится. Но информации он пока толком не собирает. Используют скан Radiant. И будут сейчас заходить на эту возвышенность. Если только к ним никто не спустится. Например, вот Клокверк или же Темпларка. Слушай, Клокверк вновь оказывается в нужном месте в нужное время. Потому что это именно та жертва, которую бы хотели принести Спирит.
Приобретает Dagger, Templar Assassin. Тоже фармит Ancient'ов Свен, но вы видите, насколько сильно Свен отстает от Айсберга. Templar Assassin сейчас уже невероятно опасна. У нее 15 уровень против 11 со стороны Свена. У нее есть Dagger и Дезолятор. Она сейчас этого сильного рыцаря просто размажет по карте. Это ведь вообще не вопрос для Templar Assassin. Вроде, конечно, у тебя отличная броня, Warcry, все дела, но что такое Dagger, что такое Дизоль и Мелт? Дэнди! Просто рассыпается. Три несчастных удара выписывает Темпларка. Ошибся Дэнди, ошибается Роджер. Дэнди ошибся с тем, что фейс-шифт нажал немножко несвоевременно. Он получил удар из Мелда, кажется. И Роджер не копнул в итоге. Вот чуть-чуть волнуются, возможно, игроки Нави. Не совсем характерные ошибочки для них. Да, счет вроде бы близок, безусловно, друг к другу. Близко идут команды, но Templar Assassin превращается в монстра. Это чудовище было взросшено Нави на самом деле. Они немного-то внимания стакам эншентов уделили. Они не сражались за них. Они единственный раз вышли, и то драка, ну, мягко говоря, там не очень удачная. Там один клокверк пришел, да, размен поставил, да, и все, и все поубегали. А сейчас просто поздно уже гнаться. И что, Свен догонит по фарму такую темпларку? Да вряд ли. Свен герой, который в лейт-гейме классно выглядит, а темпларка вас просто туда не пустит. Вот еще один фраг для Айсберга. Да, классная засада была, причем очень долго Айсберг сидел в Мелде. Он сидел вот практически на линии все это время. Ожидал появления там либо Фуриона, либо еще кого-то. И Клокерк ему своевременно помог. Да, продолжает отстрел по одному. Темпларка уже стоит, как Свен и Пак суммарно практически. Там тысячи не хватает. И вот этот Blacking Bar, про который мы говорили, что БКБ сделает героев Спирит почти неуязвимыми, только Свен может справиться. А как он может справиться, когда у него нет денег, у него нет артефактов, нет просто ничего? Да у вас, да-да-да, в БКБ вы даже рефракшн не собьете Templar Assassin. То есть не будет никакого контроля по ней, следовательно, вы рефракшн устанете сбивать. И она всегда даггераут сможет сделать в любой ситуации. Да, Айсберг близок к тому, чтобы выиграть в своей команде игру. Я понимаю, что рано, наверное, но по моему опыту комментирования матчей и просмотра таких Templar Assassin, очень редко соперник против такой темпларки смотрится классно. До 20-й минуты будет Blacking Bar. То есть три серьезных слота. У меня вот почему-то сразу в памяти всплыл Нунчик с его темпларками. Вот примерно такого же темпа. Только там команда еще, понимаешь, погибала и терпела. А здесь есть тролль, который тоже топ-2 нетворс. Он обгоняет всех Нави. Именно. И если там одной темпларки хватало для того, чтобы соляру заливать, то сейчас они вдвоем с троллем будут этим заниматься. При условно бесконечной игре, конечно, у Нави есть все шансы нормально драться с конкретным набором героев. Но при драках в течение ближайших, не знаю, 10 минут, я даже не представляю, что они смогут хоть как-то победить. Если мы исключим ошибку Спирит, какую-то просто роковую. Да, задача действительно для Нави сложнейшая. У них есть, конечно, очень мощный прокаст, но он вот сейчас закончился. Он закончился, потому что тролль с Blacking Bar'ом, это раз, и Templar Assassin. Тоже, по-моему, купила или... Да, купила. Все, тролль и Templar Assassin в Blacking Bar'е. Что вы будете делать этим монстром, я не очень понимаю. Да ничего, просто избегать. Избегать малейшей встречи с ним. Гремлины, которых накормили после полуночи. Если олдскульники есть, которые смотрели этот фильм и помнят. Просто не кормить. И помыли. Они просто, да, и намочили еще. Просто... Причем все. Такое чувство, будто просто засунули в стиралку на ночь. И вот это последствия. Вот эта темпларка, это последствия. Идет стирать вас. Да. Я всему научилась у стиралки, я иду вас стирать. Подходите. Да. Роджер сплитит сверху, уже обладая блинк-даггером, а снизу умирают люди. Ладно, пока лишь один человек умер, это был всего лишь Санейчка, так что Акбара не жалко, скажем прямо. Вот не хватило давления со стороны антимага на старте, не антимаги, а Скайрасмага на старте. Потому что он почти ничего не делал. Да, он приходил, он напрягал Брюмастера, он напрягал Лича, но не было никаких гангов, никаких врывов под Сент-Кинга. Где эти комбинации с мгновенными убийствами? Да нет, ничего. А сейчас уже поздно. Да и Сент-Кинг выпал. Эта четверка себя не показала. 0-2 у нас шел в какой-то момент Роджер, мы наблюдали. В драках он не мог помочь своему тиммейту. Ну и в целом он как-то провалился немножко по игре. Поздний даггер достаточно для... Даже для четверки. 20 минут. И покупка даггера. Темпларка 19 уровня. 19!
Она уже скоро возьмет себе третий талант, там, я не знаю, на плюс 40 урона, например. И Айсберг будет вытирать. Прыгает сейчас Темпларка. БКБ не прожимала, но у нее есть и гида. Конечно же, это связано в первую очередь с этим. Умирает уже Скорость Мэйдж. Брюмастер смог разложиться. Кристаллайз атакует Айсберга. Там БКБ! Два удара по Кристаллайзу! Где этот Свен? Что с лицом? Что, ну, а что вы, делать? В принципе, хотели? Так и должно было быть. Генерал уходит отсюда. Ну, его нафиг решает генерал и просто летит на верхнюю Т2-вышку забирать ее. И он ее заберет. Вряд ли успеет переместиться сюда Спирит. Ну, по сути, Нави, да, дали Свена, но это было предсказуемо. Мы прекрасно понимали, что вряд ли желто-черные смогут защитить Свена хоть каким-то образом. Знаешь, я смотрю, как Роджер тут постоянно. Х2 просто. Он уже в третий раз прячется, да, в песок. Даже, да. Да, он первый раз сидел там за вышкой, теперь перед вышкой, и теперь вот под бывшей вышкой уходит с блинк-даггера. Ну что, невидимость равно неуязвимость, как обычно. Типичная игра топ-команд. А, Т2 на Т2 поменяли. Ну, на плаву держится Нави, но, опять же, до драки серьезной, на которой вас Спирит спровоцирует. То есть при заходе на хэйграунд, например. Сторона Дайр сейчас выглядит, ну, очень грозно. Очень, и именно Темплар Ассасин. На самом деле, можно ее забирать. И только что показали, как это делать Нави. До блэкинг-бара можно забирать, если где-то копнуть Темплар Ассасин и сразу же залить туда Мистик Флэйр, то есть шанс, что вы убьете ее. Либо же продолжить это каким-то оглушением. Главное не дать прожать БКБ. Если БКБ Темплар Ассасин прожимает, делать ей просто нечего вообще. Да, при этом Темпларка еще и уплотняется. Посмотри, она берет все-таки не 40 урона, а 275 здоровья. При этом на 15 уровне Айсберг выбрал себе увороты как раз против Свена. И вот... Ну, просто жесть, там Оркид уже на подходе у Темплар Ассасин. Это минус Дэнди 100%. Да. Он просто ничего вообще не вкастует, ну, и не сможет убежать. И Юлову Дэнди нет. И как-то от этого Оркида избавляться вариантов нет никаких. Да, и Шива явно не та история. Шива не спасет. Темплар Ассасин очень сильно обгоняет своих врагов. Да, здорово, здорово, Спирит разыграли этого героя. То есть... Нави позволили сделать все Темпларке. Выфармить, в принципе, все потенциальные споты Энчентов. Врыв на Роджера. Мы знаем его секретное оружие. Давай. А, нет, просветка! Черт! Черт! Как они могли? Раскусили. Кто этот... им подсказал? Кто этот подлец? Кто инфу слил? Да. Да, забирают его. Ну, Дум сильно нагло действовал во вражеском лесу. Мы говорим часто, что это самое безопасное место. Да, когда у вас нет героя, который выедает в мгновение ока вражеский лес и возвращается в свой. Да, потому что больше места для фарма не остается. ФНГ, нет хукшота. Что? Посмотри, что происходит. Пак на базе убивает лича. Ну, заставил Шайн использовать, но чуть ли не забрал. Там Кристаллайза в это время убивают. Прилетел генерал, и, скорее всего, умрет и он за компанию. Роджер, опять песочек. Но тут опять просветка. Да что ты будешь делать? Как ты будешь жить в такой ситуации? Я не знаю. И посмотри, насколько беспомощен Свен. Да, Дэнди не было в этой драке. Он с базы улетел к себе на базу, с базы соперника. И не мог прийти сюда быстро. Телепорт был потрачен. Пес знает куда загнали Дэнди. И в итоге вообще не поддержал. Тиммейтов есть, Оркид. Тут Дэнди доигрался. Да, 9000 уже перефармил спиритов. Надо... Ой, что это за... Это просто нечто. Все понимают. Это просто нечто с переходом в ГГ. Просто, знаешь, когда в некоторых случаях там зрители говорят, да вы там что-то не так поняли, он нажал БКБ в форме крипов просто потому, что вот это было необходимо, в него бы влетели. А вы критикуете. Ну вот сейчас можно было просто слова даже не говорить, и все было всем понятно. Я так полагаю, что буду дожидаться следующего Рошана Спирит, прежде чем отправиться на базу. Вот, чтобы сыграть совсем на верочку, так как это третья решающая карта, просто так бросаться и лезть на рожон никто не будет. Сори, нет. Решили полезть немного на рожон. Ну, прокат сдали. Блэкинг бар от ИЛТВ. Там рожон, знаешь, такой слабенький, слабо закреплен оказался, и поэтому легонечко его так протолкнули своей пушкой. Да, но при этом Dream Coil был потрачен, Mystic Flare был потрачен.
чем вносить урон Свеном, который не доберется до Templar Assassin, очевидно. Либо же прятаться в лесу. Больше делать ничего не остается. Нави, ну, рисуют план Спирит, они знают, где их враг. Санейка со спины. Санейка надо уже переместиться и помочь Кристаллайзу. Ну, не похоже, что кто-то вообще ему поможет. Да. Это еще Templar Assassin здесь нет, она еще не бьет Свена. Ее тут вообще не оказалось, потому что она находится на центральной линии. Со своим дизолятором идет крушить Т3. Свен прожал Блэкинг Бар. Значит, в драке, что правильно, его не будет. А драка будет, судя по всему. Фурион сплит пушит, генерал пошел размениваться. Конечно, быстрее сторона будет падать у Нави, это безусловно. Но Нави имеют возможность на самом деле поотбрасываться. Пак через иллюзори орб. Прошу прощения, Пака поймали. Не может выйти из Сайленса. Айсберг приговаривает его. Именно для этого данный артефакт был собран. Но генерал старается забрать вышку, но успеет ли? Уже летит помощь. И это только лишь вышка, понимаешь? Это всего лишь башня, которая практически в глобальном плане ничего в данном случае не изменит. Слишком уже склонена чаша весов в пользу команды Spirit. Ну, на перетяжке решили ловить нескольких героев. И в итоге не словили. Да, на отходе. Ну, одного лич только погиб. Ну, должны были больше потерять. Ну, вот, например, конечно. Свена, главное, чтобы не потерять. У него еще 10 секунд не будет БКБ. Нет, не уйти. Досадная ошибка от Кристаллайза. 55 секунд без Свена, он без выкупа. 150 монет не хватает. А ни одного форстафа у Нави нет, насколько я понимаю, да? Даже вот потенциально Свену помочь, если вдруг его в коге закроют. У Сэнкинга есть. У Сэнкинга есть, да, и все. А ломают нижнюю сторону. Правильно все делают, Спирит. Они провоцируют Свена делать выкуп. Свен его не делает. Следовательно, можно ломать дальше. Ну да, одну на две разменяют. Да нет, наверное, одну и не заберут Нави. Только один барак живой смог забрать. Понимаешь, там с такими потугами Nature's Prophet ломал казарму, которая под Ice Armor находилась. Да, ФНГ умер, да и неважно. Да, ну что, у генерала есть, конечно, опции так делать, но это еще один, максимум два раза он сможет сделать. Следующий размен этими сторонами будет означать мегакрипов для спиритов. И они очень быстро справляются с вышками. Тролль плюс Templar Assassin — это герои, которые стирают базу соперников невероятно. Поэтому сейчас у Нави должны быть две задачи выстроены. Это не слить эту Т2 вышку, то есть максимально далеко держать линию. Погоди-ка, тут непредвиденные какие-то столкновения. Или вполне предвиденные. Роджер идет быковать. Успевает в последнюю секунду действия БКБ влететь. Туда же еще и Пак. Отлично. Мистик Флэр едва не забирает пашечку. Он ее забрал. Минус Т.А. Свен, правда, запилен. Оказался троллем. Nature's Prophet сверху. А там еще Т3. Т3 прочная. Очень. Да, ну, крипчиков на базу носа. Ой, поймали. И что делать? Вот что делать в такой ситуации? Молиться. И пытаться улететь. Пытается генерал, возможно, молиться. Улететь он пытался, не получилось. А, нет форстафа. Нет форстафа у генерала до сих пор. Но он выбрал другие артефакты для драки. Понятно, тут денег. Просто у него нет этих 2000, чтобы потратить их на форстаф. Но он нужен. И вот в такой простейшей ситуации, казалось бы, улетай, не хочу. Клокверк, ну, какой-то там герой топ-4 снизу. И он, тем не менее, выключает полностью Nature's Prophet. Ну, это все, мне кажется, недостаток темпа. Недофарм, потому что сейчас Нави не могут нос особо высунуть. Я бы сказал, что это переизбыток темпа у спиритов. И перефарм именно в плане темпларки. Именно она привела к тому, что мы сейчас видим. С ней не могут сражаться. В итоге и Клокверк на ее фоне смотрится неплохо, потому что он постоянно с ней находится и там под шумок подрезает людей. Там 4-3-9 статистика у Артема ФНГ. 8-2-5 айсберг идет. Да, конечно, БКБхи очень сильно тушат. Тушат Нави. И Свен пока еще даже близко не близко находится к необходимому урону. Умирает Лич. Отъезжает Сэнкинг. Клокверк влетает, ловит двоих в коги. А он тут пока один. Тролль решил пока не вписываться за своего братюню. Но Сэнкинг оказался слишком близко, поэтому и его можно забрать. Дэнди успевает отпрыгнуть из-под Брюмастера. Брюмастер побежал дальше. Огненный пошел, воздушный пошел. Там крипы, нужно их срочно поубивать. Все, с крипами справился, можно уйти назад. А там Templar Assassin идет забирать Рошана. Она это делает очень быстро. С таким понижением урона. Ну, под троллем. Фу, был ли вообще Рошан?
ощущение, что просто свободный Эгис лежал в Рошпите. Они реально мимо проходили, потратили 10 секунд времени и спилили его. Асыр Аегис, это говорит о том, что еще больше времени на то, чтобы сломать стороны. Ну, генерал вроде как планирует на топ лететь, и нижнюю сторону хочется сломать. Ну, смогут ли Нави, в принципе, время какое-то выиграть для генерала? Вот это большая интрига. Генералы показываться боится на линии. Да, да, и Дэнди, посмотри. Круто играют. В опасной близости к Темплар Ассасин находился, отпрыгнул. Сразу же Айсберг поставил там ловушку проверяющую. Проверяйки. И даже скан использовали. Прям проверяйки максимального уровня. Роджер влетает, копает темпларку. Мистик Флэйр! Почти забрали! Почти не считается. А вот этого забрали полностью. И Роджера заберут полностью. Наверное, нет. Песочек, песочек спасает Роджера в который раз уже за эту игру. Гем достается команде Spirit, значит, Роджер уже в песочке не будет так эффективен. Как, эффективен-то он будет примерно так же, но не так долго. Можно перефразировать. Там внизу на Фуриона нападает Клокверк. В очередной раз генерал закрывает себя спрутами, решил драться. И энтами окружает. Тут Клокверк спрятался в Глиммер. Генерал. Сработает ли? Нет, нет, слишком много юнитов вокруг. И Фурион ушел. Да, ну катают, посмотри, Темплар Ассасин катают по карте, пытаются что-либо сделать, Айсберг все еще жив, включает рефракшн. И попробуй пробей Темплар Ассасин. У нее 100 хп, но она готова убивать любого персонажа, который здесь появится. Фурион ничего не может сделать, Айсберг прыгает на генерала, зацепили Айсберга. А что, там даже рефракшн, понимаешь, да. Вот один лишь рефракшн максимально защищает Айсберга от любого урона входящего, которого было не так много у Нави, они пишут ГГ. И терпят поражение в данной серии со счетом 1-2. Развалили спириты на этой карте. Это и предыдущая, вот аналогичная история была у коллектива Spirit. О них хочется поговорить, они все-таки победители, им больше внимания уделить. И предыдущее противостояние, о котором я говорил, где они на вторую карту забрали Висп плюс Тини, они размазали врага и после этого повторили на третьей карте. Первая карта для разгона, дальше нащупывают своих героев, берут тех, кем исполняют великолепно, и решают все вопросы. И на первой карте могла бы появиться темпларка. Могла бы. Вот тогда... И кто знает, да, как понимаешь, бы... Понимаешь, первая карта чуть-чуть напороли с ролями, да, отдали Айсбергу тролля, на котором он играл, согласно дотабафу, один раз. Аж один раз. В итоге проигралась первая карта. На второй карте Нави были вынуждены менять героев, менять роли. Ну, не роли, а героев, да, специфических. Отправили Апаришина в центр, проиграли. И сейчас, при условиях, когда, скажем, все оказались на своих местах, Spirit вышли победителями. 9-2 темпларка, но 24 тысячи нетворс. Это более примечательная вещь. И артефакт за артефактом просто шикарнейшие. Очень дорогие и дешевые, и быстрые. Вот показатель золота в минуту. Вот 764 золота. Это тот показатель, к которому не всегда приходят там различного рода антимагии. Не знаю, фантом-лансеры. Многие там сплитпушеры разнообразные. Да, вот в принципе, он контрпик. Да, в принципе, вот фармилы. Если с Дэнди сравнивать, это прямой контрпик. И вы видите, во что это все выливается. Даже меньше, чем в два раза Дэнди фармил, нежели Темплар Ассасин. И не хватало, конечно... Во-первых, темпа не хватало, да? Были бы деньги, купили бы эти артефакты, но даже последняя драка показывала, будь у Дэнди Форстафф, например, будь он там, имей возможность там 2000 потратить или на этот артефакт. Или Юл какой-нибудь. Юл, Форстафф, даже, наверное, Форстафф все-таки помогает от Клокверка и от Темпларки, тоже разрываешь дистанцию, ловишь Сайленс, хотя бы немножечко уходишь от нее. Ну, Юл, тут все надо было. Надо было все против таких героев. Очень сильно и быстро, и так уверенно Spirit действовали, прям приятно было смотреть. Да, именно так. И, видишь, не паникли после первой карты. На второй очень круто исполнили, на третьей также не менее качественно. Не хватило запала как-то Навям немного, мне кажется. Ну, наверное. Не совсем удачная игра складывалась на второй карте и на третьей. Нельзя сказать, что там особо блистал Фурион. Видно, что генерал выступает одним из плеймейкеров Нави. Как ни крути, через него очень много комбинаций строится. И это видно даже по игровому стилю, который Нави сейчас пропагандирует. В частности,
четверку ставить с хардлейнером. Это да, это ведь не просто так. Это не просто потому, что ему там приятнее стоять, им больше деревья нравится с той стороны. Безусловно, хотят через генерала играть, играют, но если не идет у генерала, видим, что в итоге получается. И по итогу Спирит проходит в гранд-финал этой квалификации. НАТО Свинцеры падают в нижнюю сетку, и противника они своего узнают буквально через несколько часов, потому что Empire и Спартак потихонечку забредают в лобби и готовятся к встрече. Они по плану должны через час начать, но да. У нас два дня подряд, если не ошибаюсь, смещается немножко. На полчаса раньше, да. То есть следите внимательно за анонсами, следите за таймером на трансляции, потому что, возможно, через полчаса, возможно, через час игра начнется, пока это не определено. Ну, не дольше, чем через час. Не дольше, да. Точно не позже игра должна будет стартануть, поэтому никуда не разбегайтесь. Мы с Дмитрием уходим на небольшой перерыв и увидимся уже совсем скоро. Electronic Sports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, StarCraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now.